Новый выпуск кадетов патрульной полиции принял присягу. 42 выпускника университета МВД уже получили свои жетоны. Подробности в сюжете моей коллеги Мишель Арманд. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Рядовий поліції Іванченко присягу працівника поліції склав. Поздравляю. 42 новых блестящих жетона патрульного полицейского получили ребята-выпускники университета МВД. Всего обучение и воспитание будущих патрульных полицейских заняло 4 месяца. У них тактика, у них общие основы законодательства, у них уставы, у них закон Украины о национальной полиции, у них применение оружия и физической силы и спецсредств в рамках действующего законодательства. Если перечислять все дисциплины, это будет долго. Молодые, сильные, смелые ребята с гордостью будут хранить порядок в своих городах. В Николаеве, Херсоне, Кривом Роге, Кропивницком и, конечно же, в Одессе. А многих из них сюда привела мечта. Марина хотела служить в полиции с детства. Наконец-то моя мечта осуществилась, чтобы защищать наших граждан, чтобы город спал спокойно и чтобы малыши могли себя спокойно чувствовать. Да? Да. Расскажите о своей семье, как поддержали, помогают. Будущий полицейский подрастает, вот, да? Будешь полицейским? Да. Для лучшей подруги такой пример стал судьбоносным. Ну, уже знаю, что, как, чего. Подготовилась, все законы, кодексы, и все выучила. Физической подготовкой тоже тренируюсь. Тем более у меня моя лучшая подруга теперь работает, как бы. Поэтому будем вместе дерзать, учиться. Свежеиспеченным патрульным полицейским не терпится заступить на службу. С завтрашнего дня на улице Одессы выйдут 16 новых квалифицированных сотрудников патрульной полиции. С места событий Мишель Армат, Евгений Ячменцев, 7 канал.